вечер. Прежде чем начать нашу сегодняшнюю программу, я хочу, чтобы вы послушали этот голос. Бен, мы все так гордимся тобой. Гордимся. Ну, что ты собираешься делать теперь? Ну, я хочу подняться наверх на минуточку. Да нет, я имею в виду твое будущее, твоя жизнь. Но это трудно сейчас сказать. Бен, извините. Мистер Магуайр. Бен. Мистер Магуайр. Пойдем со мной на минуточку, мне нужно с тобой поговорить. Извините нас, девочки. Итак, сегодня час пик для человека, голос которого знаком каждому, кто хоть раз включал видеомагнитофон или смотрел кабельное телевидение. У нас в гостях переводчик фильмов Михаил Иванов. Здравствуйте. Здравствуйте. Михаил Иванов, 43 года. Родился в Москве. Закончил факультет английского языка пединститута. Работал переводчиком в издательстве, сторожем в зоопарке, военруком в школе, главным администратором аттракционов в парке Горького. Видеопереводом занялся случайно 13 лет назад. С тех пор не расстается с микрофоном и наушниками. Автор 3 выпусков каталога видеофильмов «Видеогид». Лауреат Гран-при «Золотое перо» за лучшие публикации по видео. Пишет стихи. Литературный псевдоним Миша Банан. Почетный житель Коктебеля, где накануне введения сухого закона за свой счет зарядил сухим вином автомат для газированной воды и поил всех желающих. Ну что, Михаил, не разорились тогда? Нет, тогда это было дешево. 200 рублей. 200 литров. А сколько всего фильмов вы за всю свою карьеру перевели? Хотя бы приблизительно. Или вы считаете? Приблизительно трудно сказать. Но если считать, что я начал переводить где-то с 83-го года уже стабильно, то где-то по 4 фильма в неделю можно сделать подсчет. В последнее время еще больше, чем 4 фильма в неделю. От 4. И рекорд был 16 фильмов в неделю. То есть получается, что большую часть жизни вы смотрите кино и переводите его? Практически да, смотришь и переводишь. Был перерыв у меня, правда, 2 перерыва, где-то года по полтора, когда я не переводил. А какие причины были? Значит, первая причина — это то, что я работал переводчиком на фирме, и вторая — я работал в международной организации переводчиком-синхронистом. Вы не путаете реальный мир с миром кино? Только во сне. Во сне действительно бывает? Иногда такое. Бывает такое, что фильм продолжает сниться там или крутиться. То есть он настолько сильно вас захватывает? Есть такие фильмы, да. Ну, какой последний, например? Ну, последний фильм, который на меня большое впечатление произвел, это «Дневник баскетболиста», который я перевел, про проблему наркомании среди молодежи. Когда вы переводите фильмы, вы остаетесь зрителем? Или вы все-таки, вам нужно сначала фильм перевести, а потом посмотреть его еще раз, чтобы лучше окончать? Конечно, пересмотреть еще раз. Но бывает по-разному. Иногда, когда переводишь, как бы, извините за такое слово, въезжаешь в фильм больше, чем когда его просто смотришь. Потому что ты не можешь оторваться. И текстовое, если фильм текстовой, в основном идет, важно это понимание по смыслу, по литературной основе, то главное это перевести. Но потом, чтобы еще раз совместить и зрительную основу, и текстовую, лучше, конечно, пересмотреть уже. Организм не отторгает фильмов вообще как таковых? Вы что-нибудь для себя смотрите? Для себя, для души. Смотрю. Бывает, ну, только самые хорошие фильмы для души, да, смотрю с удовольствием. Но лучше их смотреть, когда ты уже на отдыхе или отдыхаешь. Вот тогда как будто по-новому начинаешь смотреть кино. То есть, и вы даже иногда смотрите свои собственные фильмы, которые вы переводили? И даже свои собственные фильмы я могу смотреть, да. А вот вы переводите с английского на русский, да? Угу. А вы смотрите сами фильмы свои в оригинале или уже, как вам удобно? Уже, приходится смотреть со своим переводом. И часто, когда замечаешь ошибки, стыдно бывает. А сколько времени уходит на перевод одного фильма? Все зависит от фильма. То есть, в последнее время не дают практически времени работать над фильмом. Получается, качество хуже, потому что сроки что очень значит, ограничены. Не дают работать над фильмом? А потому что сроки ограничены. То есть тебе говорят, вот фильм тебе полтора часа, через 2 часа должен быть готов. А зачем такая спешка? Спешка, потому что среди студий в Москве идет страшная конкуренция. То есть кто выпустит в субботу выброс на рынок, в субботу, если опоздали, деньги пропали. То есть получается, что существуют такие видеоманы, которые четко отслеживают поступление новых фильмов, и нет, как только поступил на рынок, они его сразу же это покупают? Это студии. Вот если есть несколько конкурирующих студий, которые практически выпускают одну и ту же продукцию, одни и те же фильмы, которые поступают к ним часто одновременно. И если они не выпустили в субботу этот фильм на рынке, то они потеряли деньги, его купят у другой студии. То есть пропали деньги на перевод и на сами
расходные материалы, то есть там все уже пропадает. Ну, это сейчас. А вот когда-то, когда была возможность иметь некое количество времени для того, чтобы качественно сделать перевод? Когда делалось для души? Во-первых, покупались только те фильмы, которые действительно заслужили того. Вот. Сейчас идет все подряд. То есть до 30 фильмов в неделю выходит только. Это ужас. Вот раньше заранее узнавали, что это за фильм, читали о нем. То есть получается, да, что на наш видеорынок 30 фильмов новых ежедневно, еженедельно выбрасывается. А вы согласны переводить, даете согласие переводить любой фильм? Было только два раза, когда я отказался. Просто фильмы были такие сложные, что я не смог бы их перевести. Что значит сложный фильм для вас? По языку. То есть это нереально было. Но нельзя же заставить человека перевести, например, «Король Лир» за два часа, скажем, по языку. То есть Пастернак, скажем, получил за это, может быть, Нобелевскую премию за такой период. Но нельзя. Есть такие фильмы, которые невозможно перевести за короткое время. А существуют для вас какие-то табу, скажем, этического плана? А этического плана фильмов, чтобы они были табу, нет. За рубежом. Вы переводили порнофильмы? Порнофильмы нет, не переводил. Почему? Вам не предлагали? Предлагали. Вот. Но Бог миловал пока. Ну, что значит Бог миловал? Не, ну, я знаю, что у вас есть какая-то своя концепция относительно. Я не против порнофильмов, я считаю. Но если есть спрос, так предложение найдется, так сказать. Ничего против порнофильмов я не имею. Просто там переводить-то что? Ну, а к самой такой продукции подобного плана как вы относитесь? Надо просто следовать примеру уже где-то развитые, я думаю, специальные отделы для людей, которым это нужно. Есть же правила. А существуют люди, которым это необходимо? Я думаю, что раз это есть, значит, есть люди такие. Потом, кто из нас может сказать, что мы никогда этого не смотрели? Ну, не все, что смотрели, и не все, что существует, имеет, скажем, право на жизнь. Ведь очень часто люди делают что-то вопреки законам, принятым нормам. Ну, я не знаю, почему порнографию нельзя смотреть. Я не знаю. Что в этом может не иметь права на жизнь? Давайте прервемся от нашего сложного разговора и посмотрим один короткий фрагмент из фильма. Пожалуйста. А, привет, док. Доброе утро. Я пришел со всей возможной поспешностью. Что-нибудь случилось? Да, этой ночью этот чудак позволил кому-то как бы откусить себе ногу. Да. Укушенный на войне у нас тут, не так ли? Да. Голова не болит? Стул нормальный? Ну, давайте посмотрим на эту вашу ножку. А? Да. Да. Да-да-да. Да. Да, ну, не о чем беспокоиться. Хорошо. Это часто случается. Возможно, вирус. Держите ногу в тепле, больше отдыха. И когда будете играть в футбол, старайтесь меньше утруждать ногу. Хорошо. Да, через пару дней будет как новенький. Ну, спасибо, успокоили, док. Да не за что. Для этого я здесь нахожусь. Какие действительно серьезные жалобы есть? Да нет, я здоров. Ну что ж, прекрасно, мне пора. Перенесемся в прошлое. 10 лет назад даже просмотр видеофильмов считался чем-то запретным. Да. И даже видеоточки, насколько я знаю, были на учете в милиции. И были такие люди, которые за любые деньги отказывались от того, чтобы заниматься этим как бы темным, черным делом. А вы этим занимались? Значит, вы были смелым человеком? Да я, в общем-то, и трусил, но все равно занимался, потому что другой работы у меня не было. То есть ваша главная причина, то, что почему вы этим занимались, финансовые? Финансы раз, и потом мне это нравилась работа. И другой работы просто не было, на что-то жить-то надо было. А вы попадали вот за свою эту работу в милицию? Ни разу. За эту работу я не попадал в милицию, у меня никаких претензий лично к милиции нет. По Москве ходили упорные слухи, да и сейчас, по-моему, уверены многие в том, что переводчики в фильмах зажимали свой нос специальной прищепкой для того, чтобы не узнавали, невозможно было узнать их голосов. Нет, это неправда. А почему тогда такие были голоса? Это просто человек один переводит, у которого такой голос, у него может что-то с носом. Но это не значит, что он зажимал прищепкой нос вообще. Я бы, например, ни за что не стал бы нос прищепкой зажимать. А существовали какие-то вообще приемы для того, чтобы человека невозможно было узнать? Для того, что были приемы такие, но для этого просто брался человек, который не знает английского языка или знает его приблизительно, и он начитывал фильмы все. То есть есть способ. Просто другой человек, не переводчик, начитывал тексты все. То есть для того, чтобы
того человека, который переводил, невозможно было найти. Был курьезный случай такой, значит, когда вышел фильм «Дикие гуси 2», вторая часть, для того, чтобы его все-таки выкинуть на экран, как-то выбросить, заработать на нем деньги, там нужно было изменить текст и вырезать кусок из фильма, где присутствовали наши советские генералы в Кремле. Вот. И, значит, я тогда просто переписал сценарий. Это цензура была, скажем так, тех людей, которые выпускали кассету, такая некая внутренняя цензура получается? Да, они не хотели неприятностей от властей. Вот. И для того, чтобы фильм выпустить, это был где-то, может быть, до перестройки, это 100%, где-то 83-й, может, не знаю. То есть самый расцвет. Да, ну, 84-й, я точно не скажу, в общем, это было до перестройки. Тогда что мы сделали? Вырезали эти 5 минут, где наши генералы в форме в Кремле, а потом взяли и я написал сценарий. Вместо КГБ я везде ввел Моссад израильский. Переписал сценарий, человек сел и перечитал своим голосом. То есть получилось, что вы фактически написали, явились соавтором фильма, да? Да, соавтором сценария. И нанес идеологический удар. По нашему... По израильскому Моссаду. А претензии вам не предъявили создателю фильма? Нет, не предъявлял претензии, потому что я не думаю, что это было бы возможно. Итак, идеологическая цензура исчезла, но проблемы остались. Сейчас производителей волнует проблема видеопиратства. Да, это серьезный вопрос, очень серьезный вопрос. Если к этому вопросу, я считаю, тем, кто им занимается, нужно подходить очень серьезно. Потому что как бы ни вышло... Как в истории с сухим законом, скажем, тем же. То есть, тогда был сухой закон на вино, а сейчас на культуру будет. Нету денег сейчас у частных предпринимателей, у студий на закупку действительно хорошей продукции. Если сейчас идет все подряд, включая и хорошие фильмы, то пойдет, значит, среднячок такой. То есть вы за что выступаете? За то, чтобы вводить... правила игры, по которым играют на Западе, или за то, чтобы все-таки... Я считаю, что надо сделать сначала эксперимент небольшой и опробовать защиту авторских прав на гражданах России, авторах, то есть на своих авторах. То есть на своих фильмах? Писателях, на своих фильмах, на своей музыкальной продукции, на любой продукции, но в пределах нашей страны. То есть, потому что я что-то не замечал, чтобы Сильвестр Сталлоне пух с голоду. Там, значит, если мы его сейчас права срочно не защитим, я не думаю, что в стране несется какой-то урон. А если так вот размышлять, то за эти авторские права кто будет платить? Конечный покупатель, то есть рядовой гражданин России, который отработал у станка там, или еще где-то там, пришел, купил кассету. Но с другой стороны, кинул. Получается, я перебью вас, с другой стороны, получается, что мы, фактически покупая видеокассеты, взращиваем своими собственными руками теневой бизнес, нет? А теневой бизнес, он все эти деньги, он же не теневой сейчас, это не теневой бизнес, это реальный все. Судей, которые платят налоги и прочее. Это не теневой бизнес. То есть получается, что реально открытые, законно функционирующие студии выпускают незаконную продукцию? Ну, как хотите это называете. Ну, это так? Это факт, да. И получается так, что вы когда-то, значит, на заре перестройки занимались незаконным бизнесом, переводя тогда, фильмы, и сейчас как бы тоже соучаствуете была. В этом? Там была статья за частное предпринимательство. Вот. Сейчас нету, если есть закон о видеопиратстве, то нет механизмов для его реализации. То есть не наказываются же лица, занимающиеся этим. Не наказываются. И у нас просто, я к чему все это говорил, у нас нету Голливуда, скажем. У нас есть Мосфильм и Ленфильм, студия, в которой находится в плачевном состоянии. У нас нет Майкла Джексона там, или Билли Джоэла. У нас есть там Пугачева и кто-то еще, скажем. Вот. Но их неохотно покупают на Западе. И нам придется платить за все это из кармана покупателя, опять-таки, конечно. То есть платить недрами, ресурсами природными, в конечном итоге. Вот. Поэтому нужно делать несколько шагов. Да, как-то вот это, те, кто этим занимается, они должны все это, серьезные люди, должны сесть, подумать, проанализировать все возможные последствия этого. Но вообще в нашей стране возможен цивилизованный видеорынок? В идеале все возможно. Но страна очень большая. Скажем, Польша маленькая, там это легче пошло как-то. Значит. Но здесь же огромная страна. Это настолько сложно. И последствия. Потом, вы знаете, сколько мы покупаем чистых кассет? Наверное, больше всех в мире. Нигде в мире столько чистых кассет не покупает. Как это даже на западных поставщиках скажется? Тоже неизвестно. Здесь много надо посчитать. Должны заниматься этим специалисты. Просто я считаю, что начать надо с соблюдения авторских прав своих людей, граждан России, и посмотреть, как это получится. Потому что на рынке есть и ходит очень много российских фильмов, права которых не защитили. То есть пиратские фильмы. А эти деньги могли бы пойти на развитие кино нашего.
От проблем видеорынка перейдем к проблемам творческим. Вот вы сами как считаете, то, чем вы занимаетесь, это творчество или это ремесло? Иногда ремесло, иногда творчество. В зависимости от того, что ты делаешь. Какой фильм. То есть от фильма все зависит. Ну, действительно, насколько я знаю, вы творческий человек и, пожалуй, единственный из наших переводчиков, кто действительно переводит с английского языка стихи. Короткий фрагмент. Михаил тоже переводил. Короткий фрагмент. Вот ваше стихотворение. Will you read it to us? Вы нам прочитаете? Sure, okay. Конечно, хорошо. Сны наяву забыты. Поезд вдаль умчал. Лицо твое прекрасно и печально. Слеза твоя упала в мой бокал. Но ты взгляни в глаза. Ты видишь в них отчаяние. Ты видишь, что ты знаешь для меня. Мороженое мне охладить огонь горящий. Разочарован ангел в небесах парящий. И надоел фантазии мой парад. Пора бы мне понять, что в сердце у меня. Я не хочу гадать и сомневаться. Не знаешь ты меня, а я тебя. И может быть судьба прикажет нам расстаться. Несет по жизни, словно ветки по реке. Вниз по течению. Но может быть на берег я вынесу тебя. И на твоей руке я стану линией счастливой. Итак, вы переводите стихи, но вы говорите не один? Нет, ну Алексей Михайлов переводил стихи, неплохо переводил. Ну, в принципе, почему я перевожу стихи? Потому что я их сам писал там еще со школы. И поэтому, когда хорошие... Сам, да, писал стихи. И когда попадают стихи в фильмах и хорошие стихи, мне их приятно перевести. Ну, это из-за любви к искусству? Или это вопрос профессиональной чести сейчас для вас? Когда фильм хороший, то хочется сделать для него все. Иногда работаешь на... Вот я работал над одним фильмом, вот показывали здесь кусочек «Смысл жизни». Я его переводил 7 дней. 7 дней? Да, там было очень много стихов и песен, и я перевел их все стихами. Вот, потому что если бы этого не сделать, то фильм бы просто не дошел до зрителя, он был бы потерян. А вот свои собственные стихи, вы собираетесь их издавать или вы пишете просто для себя? Я писал для себя с 8 класса сознательно. Но вот недавно совсем в журнале «Соло» напечатали 16 стихотворений, и, возможно, осенью будет книжка. Даже выйдет книга? Ну, это пока. Но все-таки точно. Стихов в фильмах не так много, больше прозы. Вы прозу не собираетесь писать? Прозу я пытался несколько раз писать, и сейчас пробую, но пока не получается такое что-то цельное, чтобы можно было опубликовать. А, в принципе, идея такая, чтобы написать вот собирательный портрет моего поколения. Тех, кто родился в начале 50-х. Кстати, почему у вас такой странный псевдоним Миша Банан? Банан – это детская кличка. Я жил на Ленинском проспекте в доме фарфора, и там во дворе был котлован, который был залит водой, и мы там на плотах катались, играли в пиратов. Но это был под влиянием книги «Одиссея» капитана Блада, и утверждал, что я капитан Блад. Ребята, там Маслик особенно был один, не читал этой книги, наверное, и сказал, что я капитан Банан, а не Блад. Потом капитан куда-то исчезл, остался один Банан. И прицепилась на всю жизнь. То есть это детская кличка, да, еще с того времени? Да, она прицепилась на всю жизнь, эта кличка. И все-таки от наших бананов, проще сказать, от наших баранов перенесемся к нашим. Барану. Да. На нашем видеорынке крутится множество фильмов, далеко не лучшего качества, скажем так, халтурных фильмов. Но в то же время наш отечественный кинематограф, вот в этой студии сидело много наших представителей нашего кино, они говорят, что в том числе наше кино в таком плачевном состоянии из-за того, что нет проката. А проката нет из-за того, что копии воруют прямо с монтажных столов. Да, даже с монтажных. Вот «Ширли Мырли» украли с монтажных столов. Это ужас там, то есть не смонтировано. «Водный мир» Костнера тоже с монтажных столов где-то из корзины вытащили. Но все-таки наше, как вы относитесь к нашему отечественному кино? Оно конкурентно способно? Я считаю, оно конкурентно способно, наше кино, потому что мы так устроены, что нам все-таки интересно и приятно смотреть про себя. Вот. И, возможно, в этом положительную роль сыграло и то, что пошло вот это засилие,
То есть страшный поток, мути всякие, такой страшной ерунды американской в основном. А как человеку сориентироваться в том, вот 30 фильмов в неделю, как ему сориентироваться в том, что нужно смотреть, а что не нужно? Ну, я могу сказать, что надо читать прессу, конечно, хотя там мало что дается, но многие газеты дают рубрики. Я, в частности, веду в «Российских вестях» рубрику «Видеогид», где я стараюсь написать о тех фильмах, что выходят, которые следует смотреть. И уж если это явная чепуха, я пишу, вот это не смотрите, пожалейте деньги и время. Вот. И потом, значит, я выпустил, вот, здесь уже говорилось, 3 книжки видеогида, там по 1000 фильмов в каждом, где я даю актеров, страну, режиссера и краткое содержание, стараясь не навязывать свое мнение о фильме. Вот. Я могу его выразить там иронией или юмором. Потому что люди любят разные фильмы. Если человек не любит ужасы, это не значит, что, например, фильм такой-то данный ужасов плохой фильм. Или то же самое касается и фантастики. То есть в своем жанре есть хорошие фильмы, есть плохие фильмы. Один не любит индийских мелодрам, другой любит. Нельзя же говорить, что это плохой фильм. То есть я пишу, стараюсь так, чтобы человек сам делал выводы уже. То есть с точки зрения потребителя о том, что он может смотреть, что он хочет смотреть, что он не хочет смотреть. Спасибо вам за ваши ответы. Теперь вам предстоит ответить на вопросы наших телезрителей. Пожалуйста. Итак, первый вопрос, прошу. Здравствуйте. Вот скажите, пожалуйста, вы переводите на русский язык, а были ли у вас обратные ситуации? Вам приходилось хотя бы раз переводить фильм с русского языка? Ни разу. Нет, не было таких случаев. И даже предложений подобных не поступало? Предложения были, но они оканчивались предложениями только. То есть никто до этого не доходил ни разу. Спасибо. Следующий вопрос прошу. Алло. Да? Как вы выходите из положения, когда вам приходится переводить текст, в котором много нецензурных слов? В основном использую эвфемизмы и произношу уже нецензурные слова только в тех случаях, если они служат для понимания фильма. То есть если их не перевести так, как они звучат, то... фильм будет не понят. Например, когда я переводил фильм «Ленни», там было одно слово, из-за которого Ленни Брюса, это нечто вроде нашего Райкина, только он был импровизатор, вот, посадили в тюрьму. Если бы я сказал, что его посадили за то, что он сказал слово «редиска», ну, это, наверное, никто бы не понял. Угу. Просто так. Спасибо. Еще вопросы? Скажите, вот, предположим, вы поссорились с женой. Это скажется на качестве перевода? Спасибо. Я думаю, скажется. По-моему, у любого человека может ссора вызвать изменения в качестве его работы, кем бы он ни работал. Но на вас это сильно влияет? Какие-то, может быть, то, что происходит вокруг вас, да, в жизни? Да, как и на всех людей, наверное, влияет. Спасибо. Следующий звонок прошу. Когда вы последний раз были в кинотеатре? Последний раз я был в кинотеатре с дочерью 3 года назад на Калининском проспекте смотрел стереокино. Но мы до конца не досидели и ушли, потому что там очень жесткие сидения. То есть плюс ко всему тому, что происходит вокруг нашего и зарубежного кино, вы еще предлагаете заменить сидения в кинотеатрах на более мягкие? Вот почему у нас, например, я не пойду в кино, хотя бы с удовольствием. Есть такие фильмы, которые только на большом экране смотреть. Ну, такие сиденья, что невозможно высидеть сеанс просто. Человек привык уже в кресле сидеть. Я был во Франции, там вот в кинотеатрах кресла такие, что можно откинуться спокойно. То есть удобно сидишь. Спасибо вам за ваши ответы. Сегодня час пик был для переводчика фильмов Михаила Иванова. Спасибо вам, что вы были у нас сегодня спасибо. В гостях. Завтра программа «Час пик» проведет Дмитрий Киселев. Всего доброго.